Мы с вами приходим к пресс-центру саммита ШОС в Циндао. Здесь находятся наши волонтеры. Они, кстати говоря, тоже должны говорить на русском языке. Да, вот, собственно, в проспекте. Здесь написано «Справка». Сейчас мы узнаем. Здравствуйте, вы говорите по-русски? Да, конечно. А, говорите. А как вас зовут? Меня зовут Чан Юхэ. Здрасте, я Сергей. Расскажите, сколько здесь волонтеров и где вы учитесь? Мы изучаем русский язык в Китайском нефтяном университете. И в нашем центре около 30 волонтеров, которые можно хорошо сказать по-русски. И все они из Китайского нефтяного университета. Ой, вы прекрасно говорите по-русски, девочки. Очень приятно с вами познакомиться. Скажите, этот центр рассчитан на какое количество журналистов? Более 2500. И эти журналисты приехали из многих стран, как Китая, Россия, Казахстан, Пакистан и так далее. А вот я вижу огромное количество компьютеров сзади. Сколько столов, сколько компьютеров? Там общая рабочая зона, и общая рабочая зона имеет 600 рабочих мест, и из них 200 оборудованы компьютерами с операционной системой на трех языках, как китайском, английском и, конечно, русском. И все они подключены, могут быть подключены к интернету.